Итак, ребята, пришел очередной товар с интернет-магазина. С вами Позитивный Кэш. Это будет обзор товара, мини-обзор товара. Найдете его в плейлисте, там много у меня обзоров товаров. Это будет распаковка, два паковка. Так, ну, пришел вот в такой вот упаковочке. Мне даже... Давайте посмотрим, что же здесь такое. Ну, запаковали просто, в принципе, в упаковке, чтобы она такая надежная была. Так, и это у нас получается. И это у нас получается тройной одеколон. Лосьон. Состав: спирт этиловый ректификационный. Вода деминерализованная. Парфюмерная композиция «Цитраль». Способ применения. Нанесите небольшое количество лосьона на кожу. Огнеопасно. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно промойте проточной водой. Допускается выпадение осадка. До 70% общего содержания спирта. Годен до 2-го 2029. Значит, это тройной одеколон. Я вот таким вот, именно вот такой вот маркой давно пользуюсь. Тут и лосьон, и спирт. Значит, вот давайте посмотрим. Хранить при температуре от 5 до 25 градусов. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Изготовить из России. Ставропольский край. Город Минеральные воды. Улица Рабочая. Для наружного применения применять внутрь. 100 миллиграмм. 100 миллиграмм. Так, ну, в принципе, вот смотрите, у них что, один минус у этих тройных одеколонов, у них вот эта крышка неплотна. Вот сейчас посмотрим, сколько здесь, 10 штук, ну, в принципе, из всех, я так понимаю, видите, они лежали уже вот здесь, вот так вот, не стояли, а лежали. Значит, если не протекло, значит, все, в принципе, нормально. Иногда пишут вот с этой стороны описание, ну, в данном случае... Так, ну, давайте, упаковка была, в принципе, сколько, 10 штук, раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. И, в принципе, смотрите, сама доставка. Опа. Видите, сухо, ничего не пролилось. В принципе, по количеству. Так, вот я сейчас смотрю, да. Ничего, по крайней мере, вот они, видно, что полные. Вот. Видно, что не пролились. Давайте посмотрим. Да, в принципе... Вот я немножко открыл, он уже. Так что, в принципе, молодцы ребята, хорошо, надежно все упаковали. Все, в принципе, дошло в целости и сохранности. И можно хранить дома, кстати, вот в этой же самой коробке. Ну, вот сколько, 10 штук. Все, в принципе, нормально. Срок годности у всех до 2-го 2029. Очень приемлемо, то есть, ну, вот... Тройной одеколон, в принципе, везде используется, и что-то где-то и протереть, и такие же электрические детали, и что-то где-то очень удобно. Лосьон, ну, написано как лосьон, ТРТС-009-2011, это ГОСТ 31679-2012. Спирт этиловый ректификационный, и вода деминерализованная, парфюмерная композиция. Ну, в принципе, все. Давайте. Крышка, в принципе... Я гляжу, нормально. Если ее поплотнее закрыть, то... А давайте проверим. Ну, вот, в принципе, смотрите, нормально. Эти крышки не протекают, потому что у меня были случаи, что вот я покупал такой же фирмы, и вот, к сожалению, крышки протекали. Ну, вот, видите, на данный момент все нормально. Итак, ребята, с вами был Позитивный Кэш. Это был обзор товара, мини-обзор товара. Распаковка, два паковка. Тройной одеколон. Лосьон.
Всем спасибо за внимание. Оставайтесь со мной, будьте позитивными.